Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. И судя по тому, сколько мне дают наград, сразу ясно, что я давно не играл, да? Дня два. Так, ну что, забираем с тобой награды. Раз и два. И, наверное, меня сейчас сбросили очень-очень низко. Лига мастеров 2 звезды, ранг 46. Ребят, так не годится, согласись-ка со мной. И мы будем с тобой обратно сейчас прорываться в топчик. Потому что сегодня воскресенье, тем более уже вечер. Остается буквально чуть-чуть, и у нас закончится неделя. Так, тут награды забираем. Нам нужно сразиться в боях. Ну, мы с тобой что делаем? Естественно, прокачиваем дальше нашего Криса Брэдфорда. Где он у меня? Вот он. Мы прокачиваем ему навыки. Так, нам... Ой, как посмотрю, аж вздрогну. Нам нужно еще с тобой 7 единорогов найти. Это для начала. А потом там, ё-моё, еще целая куча всего. Одного мы уже достали. Надо еще 6. Ладно, будем искать, пока не выполним с тобой задание. Но я имею в виду по боям. Второй, это только второй единорог, а нужно 7. О, третий. Так, хорошо, четверо осталось, да? Трое единорожков. Двое. Так, мы уже выполнили задание, я не буду, ребята, в холостую тратить наши телепорты. Забираем реворд. И поднять уровень персонажа нам нужно. Тогда у нас будут выполнены все задания. А мутагена у меня 11 тысяч. Мало. Мало. Я думаю, что вначале мы, наверное, сходим с тобой все-таки на арену, да? Немножко набьем мутагена и прапаемся нормальненько. Ну что же, у нас с тобой... Ага, вижу. Вижу вот здесь противничек. Начну, пожалуй, с него. У нас с тобой 19 откатов. Естественно, я получал за просмотр рекламы все это дело. Так, подожди, а что я паникую-то на самом-то деле? Мы же с тобой как делаем обычно? Лео, Усаги, да иди ты. Ну и наши бравые ребятульки 60 уровня. Это же самая та имба, о которой мы всегда мечтали и жаждем. Но помнишь, как в последние разы мы с тобой получили, а? Когда у меня Леонардо не успел сделать ход. Ну вот так вот надо быть всегда настороже. Но я думаю, что здесь все у нас пойдет хорошо. Так, Лео, наверное, может не добить. Я так... А, постепенный же урон, конечно же. Что-то я расслабился. Ну, видишь, два дня не поиграл, уже скилл понемножку теряется. Да, зато в Shadow Fight вроде бы как набирается скилл. Ладно, ребята, ну, в Лигу Мастеров мы с тобой влетим буквально, наверное, через 3 боя. У нас с тобой... О, кстати, монеточек 100 штук. Давай зайдем в магазин, в предметы. И, ну, естественно, будем покупать сразу же Леонардо Классику. Чем быстрее мы с тобой его приобретем, тем быстрее переключимся на какого-нибудь другого персонажа. По жетонам у нас что с тобой? 430, ну, как всегда. Как всегда не хватает и, как всегда, очень много нужно. Так, здесь поднять уровень персонажа. Погнали дальше с тобой на турнир. Так, подожди, а вы мне дадите 24 кубка, пожалуйста? Или будете меня опять травить и 23 на 17? Во, видишь, сразу же, Фили. Вот, Фили молодец, Фили знает толк. Когда надо помочь Рэю, вот и все. Берем, ребят, наших бойцов. Раз, два, три. Поехали. Так, тут Леонардо. Леонардо Классика. Кто там у него еще? Я просто быстренько так пролистал. Ага, Сплинтер. Карайка. Кстати, Карайка, да. Вот я и хотел сказать, что Карайка имеет очень сильную инициативу. Ты заметил, да? Даже Усаги у меня стал ходить после нее. Хотя обычно ходит первым. Так, Сплинтер, успокойся. Блин, он понизил атаку. Но это не страшно. Погоди-ка, не страшно. Сейчас, по-моему, будет очень страшно. Что-то все пошло не по плану, друзья мои. Все вышло из-под нашего контроля. Этот, конечно, сразу распластался, естественно, ребят. Тимати просто упал. Да, тут, кстати, тут и Карайка может упасть вместе со Сплинтером. Бумс. Так, Усаги, что мы с тобой сделаем? Наверное, надо нахлобучивать Леонардо. А попадем? Так, ладно, хорошо. Пробить. Ну, давай рискнем, попробуем.
Нормуль, живем пока еще, ребята. Так, попробуем сейчас, наверное, с тобой заморозкой. Получится, сработает, нет? Нифига, мы даже не попали. Бедная змея-карай. Ну вот, друзья, вот об этом я вам и говорил. Стоило только кому-то тут сдрейфовать, и все. И все пошло на смарку. А сдрейфовал у нас кто? Да все. И Усаги сдрейфовал. Не смог постепенного урона повесить вообще ни на кого, прикинь. Просто ни на кого. Из-за этого все пошло-поехало. И Тимати упал у нас, да. И потом змея Карай тоже навернулась. И, в общем, мы с тобой получаем минимальное количество кубков. И два наших отката просто улетело в никуда. Вот тебе и весь расклад. Поэтому не три боя, наверное, придется теперь, а еще также три. То есть должно было быть сейчас еще два боя. Ладно, фиг с ним, запутался уже весь. Нашел, ну, как говорится, да, противника себе. 24 кубка, 24 кубка. Вот тебе, на, получи, выкуси. Все, я пошел. Кули, вот тебе кули. Кули тебе еще надо, ё-моё. Давай, короче. Вот так вот. А виновата там была карайка. Паршивка я такая сделала на первый ход. Или это не в этом бою было? Меня терзают смутные сомнения. Ладно, ребят, хорош шутковать, баловать. Будем врезать всем по полной программе. Они уже меня заколупали. Так, постепенный урон, отлично. Так, давай, Лео, добивай их всех. Вот так вот, кули. Иди гуляй, как говорится. Мы все-таки, ребята, отбили все, что хотели, но еще как минимум, наверное, боя 2 придется сделать. А может быть, один. Сейчас посмотрим. Если ранг 13 будет, 14, ну, слушай, есть шанс. Если, конечно, нам повезет. Валерка у нас тут. Понимаешь, вот Валерка появился. Ладно. Давай Криса возьмем. Ну, вот эту вот великолепную пятерку. Они, в принципе, должны тут сработаться. Крис Брэдфорд, у него есть фирменный удар. Тем более прокачанный, я думаю, пробьет, если что. Хотя здесь Усаги плюс Лео. Карайки нету. Кто там у нас еще по инициативе? Хан, да? Довольно силен. Но тут у всех постепенный урон, шансов у них вообще нету. Да. Даже кролики, которые хотели сейчас сделать, видимо, свой суперудар, они одуплились от кровотечения. Ну, а мы с тобой двигаемся далее. И посмотрим, переходим или нет. Нет, ребята, не переходим. Именно вот из-за того провала, того фейла, мы с вами топчемся пока на месте. Именно на Лиге Мастеров. Две звезды. Так, ну что вы там, не будете давать? Не хотят, смотри-ка. Не хотят, и все. 24 кубка, сказали, Рэй, это не для тебя. Будешь кормиться 17 на 23. Но я ведь настырный, я ведь все равно буду, ребята, выжидать. Вот, я дождался, это Стивен. Так, у нас с тобой еще 13 откатов. Конечно, нам не хватит с тобой залететь в топчик, ну, на первое место. Но в лигу мы с тобой точно переберемся. Как пить дать. Ну и Зэк. Слушай, я думаю, что здесь даже Джастин, наверное, выживет, да? Джастин вместе с Бакстером Мухой. Бросаем вначале бомбочку. Замедляха сработала только лишь на Рокстеде. Угу. Так, Усаги в гневе. Постепенный урон, опять он хандрит. Ну что ты будешь делать, Усаги, что с тобой не так, а? Донни, ты видишь, Донни, это опасно. Это очень опасно. А, он защиту ставит, ладно, хорошо. Ну-ка, ать, естественно, мимо. Минус одну единичку. О, все, кажется, кто-то у нас упадет сейчас. Естественно, это падает у нас Муха. Я от нее ничего не ожидал другого. Но опять же, это не ее вина. Это не ее вина. Это вина наших вот этих вот трех бойцов. Особенно Зека, который не мог даже замедление сделать нормальное. Всего лишь одного Рокстеди замедлил, и все. Соответственно, и урона нанес очень мало. Ладно, ребят, мы с вами, тем не менее, приходим в Лигу Мастеров. 94-я позиция у нас. И мы продолжаем нашу эпопею. А здесь мы возьмем с тобой Данил. Шапка подставная, сразу видно. Поехали, и Усы, кстати, с бородой. Ладно, берем с тобой вот этих двух. Возьмем вот так. И какого-нибудь малыша типа Мондагека. Там у нас массовики затейники есть. Тут главное сделать, знаешь, замедляшку им. И кровотечение. Массовики есть, кстати. Рафаэль и Майки. И Ванюша, естественно. Самый главный злодей.
массовик затейник. Ну вот, смотри, ну что ты, Усаги, ну не мог на двоих, что ли, довесить-то, ё-моё, в довесочек-то. Один упал, уже радует. Так, эти все. Хотя, подожди, сплинтер-то без постепенного урона. Отлично, Мондо Гекко, поздравляю тебя с рождением, потому что тебе повезло просто-напросто. Могли бы тебя пробить просто на изи, но нам все-таки фартануло. Ладно, друзья мои, двигаемся далее. И мы попадаем с тобой на 82-ю позицию. У нас еще, ну, есть откаты. У нас с тобой все, ребят, дают чистые 24 на 24 кубка на 17. То есть ниже уже не будет. Так, возвращаем этих ребят. Возьму сюда Донателло и... Ну, тут опять же риск. Опять же есть риск. Вот то, что я беру Рафаэля и беру Кирби. Ну, давай посмотрим. Все зависит, я как уже говорил, от Усаги. Сколько он нанесет урона и повесит ли он постепенно урон на всех. И, конечно же, потом Леонардо. Видишь, вот здесь, ну, нормально. Это еще лояльно, потому что Лео добьет О'Нил. А этот от постепенки должен одуплиться, хотя Донни его добьет. В плане, вот, уже другой разговор, а то уж я думал, сейчас еще и Донателло у меня получит по сраке. Гаденыши такие, но нет, все-таки реабилитировался. Ну что ж, мы двигаемся с тобой далее. Попадаем, наверное, на 75-е место. А, 72-е даже. И у нас еще три боя есть в рукаве. Но противник уже идет по максимуму. То есть 79 уровень, ни больше, ни меньше. Тут вот один персонажик затесался, да, Рокстеди, на 78 уровень. Попробуем, наверное, здесь отыграть. Возьму сюда Майки и, ко всему прочему, двух наших. Крысиный король и мутагеноид. Что тот, что этот, ватные, упадут с полдыхания от этих персонажей. А тут у нас, ну, как тебе сказать, есть некоторые экземпляры. А стоит ли нам делать уклоняшку? Я думаю, что нет. Этих она все равно не спасет, если по ним нанесут урон, согласись. А так хоть кому-то нанесли все-таки немножко урончик. Тому же самому Шреддеру. Опа. Так, отлично, ребята. Ну, сейчас, в принципе, Рафаэль может выжить. Может, есть такая вероятность. Но постепенно урон его все-таки добил. Ну что же, отлично, отлично сыграли. 72 место было, сейчас будет, наверное, где-то, может быть, 62, а может быть даже 50. Проверим. 61. Ну что же, давай, еще два боя у нас с тобой есть спокойненько, да? Возьмем с тобой Джо и возвращаем наших вот этих вот бравых ребят. Рафаэля я, наверное, возьму с тобой на последний бой. Ой, что тут творится? Хана взяли. Блин, все они 50 уровня. Ну смотри, какую он взял себе коллекцию. Ай-яй-яй-яй, кому ты сейчас... Блин, выжил? Блин, крип. А у него постепенно урон, он же может отдуплиться, ребята. Сейчас посмотрим. В плане, эй. О, все. Пошел разбор полетов. Нифига, этому даже вообще ничего не сделали. Ты прикинь, даже Усаги не смог его пробить. Ё-моё, ну да, они свое хапнули. Да что такое-то? 90 уровень не может пробить, прикинь. Люто. Да. Мне просто, знаешь что, жалко тех самых бойцов, которых я взял. Если бы был бы Рафаэль, бы этого бы не произошло, наверное. Если бы он встал бы в провокацию, его бы не пробили бы. Массовые атаки только, да, могли бы нас уничтожить. Но это, конечно, смешно. Сейчас кубков получим очень мало. Вообще, практически, может быть, один даже кубок нам дадут и все. Ну, я имею в виду, даже не кубок, а я имею в виду, по ступеньке мы с собой пролетим. На один ярус повыше. Фигово. Вот, 61-я была позиция и становится... О, 56-я. Одно радует, ребята, что у нас с тобой 628 долларов. Я смогу взять, слушай-ка, 30 откатов. Да, мы с тобой перелетим. Даже не то, что перелетим, мы заберем с тобой топчик первое место и получим фуловую награду. Это будет классно. Но это будет завтра.
Так, ну что, опять будем рисковать? Ну, нам уже все равно терять нечего, согласись. Что мы будем с тобой втроем проходить, что мы с тобой возьмем команду и эти отдупляться. А вдруг они выживут, да? И мы тогда получим с тобой солидную награду. Давай попробуем сейчас мы с тобой разрулить. Бакстер Стокман здесь, конечно. Майки, ну конечно же, блин, Майки. Ё-моё, со своим уклонением. Почему он первый ходит, а? Засранец такой. Ну давай, Усаги, через силу повесь, пожалуйста. Мало шансов, конечно, но... Видишь, что происходит? Лео, Донни, все эти охламоны не получили никакого урона. Морозильное окошко, мне тебе жалко. Хотя, подожди. Не, ну Донателло в любом случае воспользуется своей массовой атакой на Сюрике. Оу. Слушай-ка, он не воспользовался. Так, кого бы нам бомбануть с тобой? Давай попробуем двойной атакой. Смех на палке, да? Хильнуться, что ли? Так, предположим. Ага, этот тоже подлечиться решил. А мы с тобой, знаешь, что еще сделаем? Нет, лучше месть. Они ведь будут атаковать Рафаэля, так ведь? Так. Значит, Усаги будет автоматически прописывать им звездюлей. Так, попробуем сейчас тут наказать. Давай, Усаги. Ах, вот вы как. На тебе. Усаги промахивается. Тогда применяем гнев Рафаэля. Но сейчас-то должно произойти чудо, да? Ну что ты тут делаешь, халабуда? Мы промахиваемся по нему. Фига он жучара, а? Ну тут понятно, 78 уровень. Тут ясен перец, мы не попадем. Так, расписали. Хиляться, наверное, нам не стоит пока. Морозильная кошка там лезет еще. Ну, здесь, слава богу, нам повезло. Да, опять же, Рафаэль то, что встал в провокацию. И Донателло вражеский не стал делать сюрикены. Вот в этом случае нам с тобой, конечно же, повезло. Так, и мы с тобой перемещаемся на 40... Какую? 42-ю? 47-ю позицию. Все, ребята. С... Ареночка на сегодня покончена. Так, сколько мы с тобой набили мутагена? Можно глянуть? Так, зайдем в список. Ну вот, 21 тысяча. Значит, мы с тобой можем перевести кого-нибудь на более высокий. Так, мы сплинтера качаем, да? Давай. Так, 68 уровень. Два уровня, и он будет 70-м. Отлично, забираем здесь награду. Так, и я хотел, знаешь, что сделать? Пойти сюда на испытание и немножечко пофармить. Хотя, подожди, пофармить. Мы же хотели с тобой сюда вот сходить и рискнуть пройти вот этих вот охламонов. Че, ребят, попробуем? Просто, я знаю, что может быть упадут, а там и победят нас, но... Если хоть кто-нибудь дойдет до конца, мы с тобой получим немножко награды. Так, бомбочку бросим. Да. Как-то не особо хорошо. Ну давай валуном уж тогда. Бумс. Да, крепкие, ребята. Тут не поспоришь. Так, минус один. Хотя бы так. Паукус, ну-ка брось паутинку. Так, суется Тимати. Отлично, так, переходим на вторую волну. И здесь у нас Мондагека, Эйприл. Так, ну нам нужно попробовать забомбить Кейси. Ага, конечно. Кому сейчас достанется? Ого! Вот это ты, парень, да, вот это ты дал. Добейте Кейси-то уже в конце-то концов. Не можем, не хватает нам силёнок его пробить, вот. Так, Эйприл. Ну-ка, дай-ка я вот так вот ей сделаю. Она сейчас будет хиляться, мне кажется. Мондагека бросает баллончик. У нас хила в команде нету, да? Нету. Значит, добиваем тогда, попробуем. Есть. Так, добьешь? А, он уклоняшку на себя влепил. Хм, ну-ка, зэк, отлично. И переходим с тобой на третью волну. Блин, ну тут, конечно, да. Команда та еще. Опа. Слушай, нам бы, конечно, либо Рокула бомбануть, либо Кир. Давай железную голову, а? Так. Добить сможешь? М-м. Карайка слабовато. Паукс получилось. Массовая атака. Так, Кирби, наверное, будет сейчас хиляться. Этот ускорение поставил, да?
Роквелл. Ой-ой-ой-ой, кому-то достанется сейчас. Да иди ты, блин, ушастый гном, блин. Я думал, он будет хилять, а? Он пошел все-таки добивочный сделал. Ты оборзел, что ли, а? Лезет, блин. В атаку. Ты посмотри, что он делает, а? Он все мне подпортил здесь. Ребят, ну, это понятное дело, что здесь мы в любом случае, наверное, кого-нибудь потеряли. Хотя, не факт. Могли бы, наверное, пройти без потерь. Ну, вот так вот карта легла. Не повезло нам, короче. Не повезло ни змея карай, ни паукусу. А мы с тобой получили снаряжение союзников. Ну, дальше ты понимаешь, что смысла вообще нету идти. Там нас распишут, положат штабелями и все. Ну, тогда я хочу вот сходить сюда и попробовать вытянуть все-таки карту. Ну, не бинокль же, ё-моё. И не деньги мне нужны. И не маяки. Мне нужен крэнк. Да что вы с своими жетонами-то, а? Специально, смотри, специально делаю. Там остался крэнк и шреддер. Все, сыр закончился. Молодцы, поздравляю. Пофармил, называется, крэнга. Так, ну что, ребята, у нас остается еще одна вещь, которую мы можем сегодня пройти. Я думаю, что вы уже, наверное, догадались, знаешь, что это такое? Именно смятение из другого измерения. Да-да, именно оно. Так, друзья мои, у нас здесь остается три миссии, да, на первой, так сказать, части. Ну и потом остальное все. Поэтому приступаем. Делаем с тобой доборчик полный. Ну, здесь-то я оторвусь. Ох, здесь-то я им покажу, где раки зимуют. За всю арену, как говорится, отомщу. Уклоняшку я ставить не буду, не вижу в этом смысла. Хотя противники здесь тоже 80 уровня, да? Если брать арену и вот это, практически мы идем нога в ногу. Только разница в том, что здесь по три бойца, а там сразу пятерочка. Ушатали. Так, ну что, нейтрализатор, ты не хочешь падать, я смотрю? А если так? Не хочет, ребята. Он отказывается падать, сейчас. А, вот как он сделал. Опа, 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 опачки. Ты хорош, братюня. Че себе он звезданул по Доне? Это что такое? Что за фокусы? Что за выкрутасы? Я не врубился. Дантелло, ты держись, родной, хотя бы до отхила. Не падай. Так, где у меня лекарь? Вот он. Лечи давай быстрее. Маловато все равно как-то. Ладно, поехали. Ну-ка, добить добьем. Нет, давай дополнительную защиту. И массовую атаку от Усаги. Нам нужно с тобой продержаться. Отлично, так, крип. Ну, крипа мы добьем с тобой. Все, отлично, ребят, никого не потеряли. И слава богу, двигаемся с тобой дальше. Кстати, может быть, Донателло нам отсюда вообще убрать и поставить Бакстар Стокмана пока. Как вариантик, а? Собрать. И, кстати, мы сюда не пойдем с тобой без наших суператак. Мы пойдем вначале все это дело отобьем. Сделаем в откат. Слушай, или нам взять вообще железноголового, а? Ну а чё, ребята, он провокатор, у него есть массовая атака, вполне годится. Но у Бакстера Стокмана две массовые атаки, поэтому он как бы все-таки покруче будет. Так, поехали. Хилять нам здесь пока никого не надо. Так, Йети. Какой Йети? Это ж стрелозад. Йети. Переиграл в безумных монстров, ё-моё. Тихо. Ого. На всех повесил, смотри-ка. Меткость понизил. Фига ты пауку сдаешь, а? Блин, так дело не годится. Ну-ка попробуем ракеты. Вот этого я и боялся. Теперь хильнемся с тобой. Опять сейчас все потрачу, да, свои все суперудары. И нам надо будет потом еще идти на черепашек. Ну-ка давай сделаем вот таким вот образом. Крысиный король выстоял. Так, Усаги получил маленько, да, урона. Твою ж налево, даже Майки может промахнуться, ты прикинь. Какое у него там стоит промахивание. Ладно, друзья, здесь мы с вами. Что-то как-то все пошло. Мне кажется, то ли усилили игру после того, как ее обновили. Как-то она стала, ну, не такая простенькая, как раньше. Раньше как-то мы на одном дыхании проходили. А сейчас, смотри-ка, приходится пыхтеть. Ну что, пойдем на шреддера или на черепашек вначале забежим, а?
Давай, наверное, забежим на черепашек с тобой. Возьму я здесь, наверное... Машармагон. Нет, блин, нет. Железную голову не будем брать. Возьмем все-таки Бакстера Стокмана. Ну и будем молиться, что у нас все будет хорошо. Уклоняшка есть, по-моему, да, у Майки? Есть, отлично. Пол дела уже сделано. То есть мы уже с тобой будем твердо стоять на ногах. А этот усиливает атаку. Угу. Теперь мы с тобой сделаем баф. Вот так. Отлично пробафал нас Усаги. И начну я, наверное, с Рафаэля. Я не хочу, чтобы здесь хиллеры были. Так, 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 по кому? Промахнулся. Вот и отлично. Вот и крутенько. Пошла массовая... А, нет, это не массовая, ребята, обычная атака. На тебе. Блин, ты смотри, что творят, а? Оу! Бумс. Подождите, друзья мои, я на это не подписывался. Усаги я не хочу потерять здесь. Что это за дела такие, эй? Будет лечка у нас или нет? Блин! Лечка будет или нет сегодня? Твою ж налево. Мне хил нужен. Блин, до хила как до Китая раком. Блин, а я знаю, что Майки может применить свою массовую атаку. Вот он. Фух. Лео, как раз ты вовремя. Молодец, красавчик. Получи. Так, друзья мои, ну что, у нас с тобой не осталось хилов. Они все в откатах, а нам идти с тобой на Шреддера. Хм. Ладно, ничего с этим не попишешь. Придется идти. Где он тут? Вот он. Но ты не забывай, что мы не сразу будем Шреддера бомбить, так ведь? Мы же еще... Мы же с тобой, как тебе объяснить-то? С первой волной встретимся, да? То есть это минус один ход. Да, у нас откатится хилка, поэтому все нормально будет. Поехали. Так, надо вообще-то Рокстеди как бы убирать с поля боя. Ну, конечно же, начинаются массовые атаки. Так, Рокстеди. Блин, у Лео пониженная, ребят, защита. Это нехорошо. Это очень нехорошо. Так, минус Рокстеди. Хиляться, наверное, нам нужно, да. Я все-таки, ребят, залечу старые боевые раны. И добьем с тобой этого кланфутовца. Ну, а дальше уже будет Шреддер и все, как говорится, по написанному. Давай, выходи, я тебя жду. Stand by. Stand by. Давай, вылази отсюда. Тинс. Выходил, главное, без меча. Откуда он меч-то достал? Я так и не понял. Так, постепенно урон повесим на него. Может быть, надо было провокацию лучше взять. Так, будет сейчас бафаться, да? Ага. Не бафаться, а хиляться. Так, постепенный урон на нем висит. Поджог сделаем еще. Так. А давай вот так вот двойной просто атакой бомбанем его, да и все. И он отдуплится. А, Лео даже добьет. Отлично, друзья. Кстати, вот за прохождение Шреддера могли бы тоже воткнуть колодочку, согласись, да? На Кренге получаешь колоду, ну и на Шреддере бы тоже могли. Он как переходящее звено между двумя этими раундами. Не раундами, а как там сказать, между двумя территориями, да? То есть вот это первая территория, а вот здесь получается вторая. А он как переходящее звено. Могли бы вполне дать какую-нибудь колодочку. Она бы здесь лишней не была, уж точно. Было бы приятнее получить ее. Так, ну что, ребята, пойдем бомбиться, но вначале я схожу налью кофе. Ну что же, кофе налито, и мы приступаем. Поехали. Блин, я поменять кого-то хотел. Ладно, поспешил маленько. Ну, естественно, к северу Монтаса нужно бомбить тут в первую очередь. Мы знаем, чем он плох. Что он может сделать. Да ладно, хорош. Во, молодец, Лео. Ну, здесь обычными атаками. Что сразу упал на коленочки-то, а? Так, провокацию взял, да? Я хотел добить этого. Но пока нет такой возможности. На тебе. Так, а здесь у нас хан, опять хан. Хан. То к Север Монтес, то хан, ё-моё. Отлично, так, Ванюша.
блин, ну почему ты ему не... Вот, понизил все-таки, молодец. Давай, Рафаэль, добивай. Теперь надо нам змею-карай разобрать, скорее всего. Ха-ха. Не вышло. Ну, вот. Ну что, квазимоды стоят, лыбятся. На-ка. Блин. Надо убирать Рокзара, наверное, из нашей команды. Хотя он вроде бы неплохо себя показывает. Но лучше все-таки заменить. Заменить на более, как сказать, посерьезнее, что ли. У которого массовые атаки. У него нету массовых атак. У Рокзара у него есть только провокация и смерть с небес. А кого нам взять? В таком случае Бакстера Стокмана можно, в принципе, здесь в команду добавить. Я думаю, он неплохо здесь сразится. Так, давай-ка вырубать, наверное, с тобой Змейковью на это в первую очередь. Потом займемся этими шитиками, которые тут многорукие или много, как у них там, многоклешневые, так назвать их, что ли. Ага, началось и закончилось, да? Минус один. Добьешь? Красавчик. Так, у нас с тобой есть массовые атаки. Наверное, одну стоит применить. Или уклонение врубить. Хм. Ну давай. Нет, не будем мы с тобой уклонение пока включать. Вот, Усаги, давай, покажи свою ярость, Ронина. Да ладно тебе. Чё ты хандришь-то, я не могу понять, а? Почему ты не можешь сделать все как надо? Одну лишь постепенку повесил, и все, ребята. Ну-ка, Змейковьюна мы накажем. Да, мы накажем его, и остается Джастин. Джастин с постепенным уроном, поэтому он не жилец в любом случае. На тебе. Так, еще одну с тобой, как говорится, битву выиграли. Еще их очень много у нас впереди. 3, 4, 5, 6, 7. 7 битв. 7 битв. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, да. Давай-ка, наверное, вот сюда зайдем. Кто у нас тут? Ванька, Тигр и Рокзар. Ванька, Тигр и Рокзар. Давай возьму сюда Железноголового. Провокация, если что, у нас будет. У нас две провокации. Одна идет от Рафаэля, а другая будет идти от Железноголового. И начнем, ага, мы начнем, конечно. Я же забыл, что эти у них очень большие. О, с удара снесли. Ну что, Ваня, ты готов отдуплиться или нет? Усаги, вот, молодец. Так, и Маузера мы с тобой сейчас разберем. Да иди ты. Вот, вторая бойня. Так, Рокзар, провокатор. Давай уклонение поставим здесь. Я знаю, сейчас Маузера начнут орать во всю глотку. Теперь Рокзара попробуем заблокировать, может даже убить, да. Теперь Шархана. Ах, на тебе, ага. Пошло-поехало, не попали. Промахнулся, добиваем с тобой Тигра. Карайка что будет делать? Плевок, промахнулась, ты извини. Тебе не повезло тогда. Ну-ка. У Железноголового именно вот по физухе, да, по атаке, как-то слабенько бьет. Вот у Саги вообще молодец. Красавчик. Ну добивай. Отлично. Еще одна битва у нас пройдена. И мы с тобой таким макаром быстренько-быстренько доберемся до Кренга. Его, естественно, забьем. Получим колоду. И будем вскрывать сундучки. Так, после, наверное, ребята, после черепашек у меня будет серия. Ну тут, как тебе сказать, два варианта. Либо Дэн Зе Мэн. Это раз. Либо я пока еще не знаю, что. Дэн Зе Мэн. А, скорее всего, еще у нас, ребят, сегодня выйдет серия по Shadow Fight. История Сенсея. Скорее всего, да, будет так. А может быть, даже две или три серии. И на втором канале попробую сегодня записать серию по «Одни из нас», вторая часть.
наша, как говорится, ну не наша, а Эбби пошла искать у нас Оуэна. Ну, я думаю, что она его найдет. А что дальше там будет, я не знаю. Посмотрим. Лишь бы времени хватило, потому что уже 7 часов на дворе, вечера, естественно. Вот, каждая серия у меня, каждый видосик отнимает, ну, как минимум по полчаса, может быть, даже и больше. Вот. А многие просят, запиши Tower Conquest. Ребята, Tower Conquest минимум у меня отнимает час времени. Ну и сам подумай, плюс еще рендеринг, да? То есть опять все видосики выйдут в ночном режиме. Так, подожди, нам нужно с тобой хильнуться. И, кстати, у меня еще два рогалика на примете нашлось. Они у меня, правда, давным-давно находятся в библиотеке, но все как-то не было сил до них добраться. И если мы их начнем играть, то это опять еще две дополнительные игры в нашу копилку. А ты сам понимаешь, да? Столько игр, сколько мы играем. И даже если на каждую по полчаса тратить, мне не хватит просто-напросто времени. Это весь день надо будет сидеть и просто играть. Это перебор, конечно, будет. Так, ну что, мы с тобой двигаемся на следующую битву. И там уже, кстати, недалече у нас черепашки. Хотел тут поиграть как-то, ну, такой прикинул, почему бы не поиграть мне в черепашки-ниндзя на Sony PlayStation 3. Помнишь, была такая неплохая версия игры? Как она называется, я уже забыл. Вот, но, понимаешь, не смог ее запустить. Почему-то файлы не работают. Пишут мне, я пробовал три эмулятора. Не три эмулятора, а три образа диска. И, ребят, ни один из них почему-то не фурычит. Может быть, сам эмулятор хандрит. Может, еще что-то. Может, я неправильно что-то делаю. Ну, короче, отложил это в сторону прохождения игры. Так, давай, наверное, массовую атаку с тобой здесь сделаем. Окей. Также до сих пор, друзья мои, не могу сделать такую фишку. У меня же давным-давно лежит Gears of War, да? Четвертая часть, купленная в Microsoft. Вот. Но я не могу ее запустить, потому что у меня она устанавливается именно на диск C. А на диске C, где у меня вот этот вот Windows и все файлы, программы, не хватает места. Вроде бы жесткий диск сам себе большой, да, там 500 гигов, но у меня почему-то там все так забито. А игруха сама весит, если ее инсталлировать, 148 гигабайт. То есть мне не хватает. А переносить систему, я один раз попробовал, все накрылось у меня к ядре нефени. Я еле восстановил обратно все как должно быть. То есть большой риск. И вот я не знаю, как мне поиграть. А вот очень хочется пройти. Потому что пятую часть мы с тобой прошли, первую тоже мы прошли. Вторая, третья, она, к сожалению, не русифицированная версия, да? И к тому же я попробовал ее через эмулятор. Корявенький эмулятор, очень плохое изображение, какой-то пикселизация, какие-то, я не знаю, там, фигня. А вот четвертую вполне могли бы мы поиграть, но как сделать это, не знаю. Хоть покупай новый жесткий диск, но если я буду брать, то через PCI-слот, где-то на 512 гигабайт минимум, а может быть даже и на 1000. Ценник, конечно, кусающий, но скорость передачи и скорость записи там, конечно, обалденная. Так что как-нибудь с этим вопросом, наверное, надеюсь, в скором времени мы порешаем. Так, ну что, давай, наверное, сделаем с тобой массовую атаку. Что у нас там получится? Слушай, неплохо. Надо нам, наверное, вот, валуном добьем. А кто не погибнет, тот от постепенного урона. Хотя Рафаэль рвется в бой и добивает Острозуба. Ну вот, как-то так у нас получается с тобой. Двигаемся тогда дальше. Двигаемся дальше, и у нас остается совсем-совсем чуть-чуть. Два боя. Три боя всего лишь. А стоит ли нам сюда идти? У нас... Нет, пока мы не пойдем. Мы лучше с тобой вот здесь вот прошуршим. Восстановим себе здоровье, хил, массовые атаки, а уже после этого рванем. И вот здесь вот вариант. Либо нам брать с тобой Армагона, либо брать Баксера. Но я думаю, блин, Хан. Нет, Баксер пока не пойдет сюда. Возьмем Рокзара. Потому что Хан, ну, он такой паршивец. Может пробить Баксера Стокмана, просто с удара может снести.
Так что не будем рисковать. Начнем. У нас тем более еще с тобой уклонение в откате. А без уклонения на черепашек идти, ну это сам понимаешь, самое последнее дело. Добейте Джастина, то в конце-то концов. Давай Леву. Красавчик. Так. Ну мог бы бомбануть и понизить. Ой. Блин, опять придется нам с тобой использовать отхил, скорее всего. Или как? Или не будем? Если нам повезет, и мы с тобой быстренько уничтожим Хана, то очень хорошо, потому что... Кстати, вот этот тоже противный вибобчик, он может бомбануть своим бластером. И тоже будет очень больно. Смерть с небес, короче, пошла. Ай-яй-яй, не добил. Отлично, так, теперь давай... Блин, хилку... Нет, если что, потратим ее в конце уже, да? Когда уже будет мало здоровья у всех. Оу-оу-оу. Опасность. Добей. Так, Джастин тоже у нас может сделать некую пакость. Мы знаем прекрасно, да, его газовую атаку. Он сейчас, по-моему... Хотя, нет, подожди-ка, вроде бы все под контролем. Ох, ты что сделал, Рокзар? Так мало... Замедляха? Серьезно? Да что ж ты будешь делать? Они все на Рокзара, ребят. Блин, еще и замедляха, ты прикинь? Сработал на всех причем. Абсолютно на всех. Блин, так и хотят меня уничтожить. Придется, ребята, подключать отхил. Не хотел я этого, конечно, делать. Уничтожим с тобой, наверное, Джастина сейчас. Так, ну уклонение у нас с тобой вроде бы как откатилось, да? Массовая атака только у Усаги пока еще хандрит. Так. Да, уклоняшка у нас уже все. Ребят, восстановилась. И с тобой мы сейчас идем уже на черепашек. Ну вот Рокзара мне совсем туда не хочется брать на черепашек, а все остальные вроде бы как покоцанные. Может быть железноголового взять? Что скажешь? М? Думаешь, не стоит? А кого тогда? Армагона? Или Зека? Слушай, ну Зека можно было бы взять, тоже неплохой вариант. Давай проверим. Но не забывай, что Зек слабый, его очень могут быстро пробить. Ладно, надеемся, этого не произойдет. Так, ставим с тобой уклонение. Ну и поехали. Бросаем бомбочку. Вот, замедляшка сработала на всех. И нам нужно, наверное, здесь, скорее всего, Рафаэля уничтожить. Давай массовую атаку. Не будем рисковать. Отлично. Фу, слушай, тут что-то как-то вообще имбово получилось. Я даже сам не ожидал, что так быстро положим. Тем лучше для нас, да, быстренько очень проходим с тобой. И остается два последних поединка. Два последних поединка, я думаю, ну этот мы с тобой на изи пройдем. Раз, два, три, четыре. Тут Зек. Тут у нас Зек. Армагоша, я надеюсь, ты меня здесь не подведешь. Валуна у него нету. Он в откате, ребят. Зек ходит первым, так ведь? А, нет, Маузер ходит первым. Да что такое, они ходят первыми. Давай, наверное, бомбанем слегонцухи с тобой. Так, Зек начинает. Ага, ну это не страшно. Лучше пускай так сделает, чем бросит свою бомбочку. Так, он готов. Надкусик. Добивка. Ну, Маузер все, да выпендривался. Сейчас мы тебя тут разберем быстренько. Отлично. Двигаемся дальше. Бибоп, Рок, кстати, блин, самые такие вот халабуды, которые меня просто раздражают, ребят. Ну как раздражают, они очень сильные. Они очень сильные, у них сильные массовые атаки. Хотя у них массовых атак нету. Нет, у этого есть гранаты, он бросает. Но вот когда он бежит, с разбегает, там, спотыкается, да, со своим гранатометом там. Уж больно люто отнимает хпшки у моих бойцов. Так, ну здесь Бакстер Муха. В принципе, ничего страшного здесь нету. Сейчас мы ее, наверное, ушатаем. Подожди-ка, я хотел муху вообще-то вальнуть. Так, раз и два. И не добил, молодец. Прикинь, муха 80 уровня. Лео 100-го. Это муха, это не боец. И мы не смогли ее добить. Очень интересно. А я говорил, что муха хилячка, помнишь когда-то? Ну, она как-то умудрилась выдержать два удара от Лео.
Так, ребят, ну что, финальный бой у нас впереди, естественно, с Крэнгом. И с удовольствием хочу. Мне больше всего нравится, когда мы побеждаем, получать награды. Паки вскрывать, сундучки. Это вообще любимое мое дело. Выбрать персонажа. Конечно же, надо выбрать персонажа. Я уже рванул туда. Ну что, будем брать Зека? Или как тут сделать-то нам лучше? Или Рокзара? Зека или Рокзара? Наверное, все-таки Зека. Нет, все-таки Рокзара. Все-таки я возьму Рокзара, потому что у него провокация есть. Мало ли что пойдет не так, да? Мы хотя бы можем встать в стоечку. Но, Ванька... Ну, конечно же, какой Ванька, не первым начинает ход. Да ё-моё, ну хорош, блин, какой ты ватный, а, Рокзар? Ну, по тебе два раза бомбят и все. Оу-оу-оу-оу, тихо. Оу, как так может быть? Ребят, ты посмотри. Ванюша вообще оборзел, смотрю, в корень. Это большой риск, да, ребят. Ваньку надо сносить. Так, еще что ли хиляться нам? Или потерпим? Я думаю, потерпим пока, да? Так, сможешь? Вот, правильно, Рокзар отомстил. Эти стреляют. Ладно. Вот теперь мы ставим с тобой уклонение, потому что мы сейчас добиваем и идем на Крэнга. Уклоняшка здесь полюбасика нам нужна. Этого минусуем. Здесь хиляемся, чтобы у нас было фулл хп. И добиваем... Нет, не добиваем. Добили, молодец. Так, ребята, вот он сам Крэнг. Возле своего технодрома. Точнее, даже не возле своего, а мы с технодром сам забежали. Ну давай, разворачивайся, голубчик. Прячется, потирает. Вот сколько смотрю, всегда, ребят, меня умиляет эта картина, когда он там потирает свои лапки. Ладно, поехали. Воу, начинает. Хорошо, что у нас уклоняшка, ребята, была. Ну что, поехали. Будем бомбить самыми сильными атаками его. Давай я сделаю ярость Рафа, чтобы быстрее его наказать. Так, надеюсь, постепенный урон повесится. Надеюсь на это. Нет, не повесился. А если так? Ну что, добить-то сможем? По идее, должны. Все, ребят. Я нас всех поздравляю с этой четкой победой. Крэнг, как ты видишь, не был в состоянии даже встать. Ну а мы получаем с тобой пак, заслуженный причем. Ну и будем вскрывать сундуки. Давай-давай, не томи. Так, здесь пропускаем. И наша награда. Ну хватит, хватит на загрузки тут по 3 часа показывать нам. Нас вот это интересует. Так, Донателло оригинал. Донателло классика. Ага, Леонардо, как раз мы на него копим. И Майки оригинал. 350 сюрикенов. Давай смотреть, что нам выпадет здесь. Учебники. Зек. Пиццелицы. Донателло ролевой, кстати. Это классно. Бибоп фильм, отлично. Редко, кстати, вот такие вот карты выпадают. Ксивер Монтес. Так, что дальше? Макмен. Опять Ксивер Монтес. Оу, Микеланджело Видение даже достался нам. Шикарно. И Мондо Гекко. Че-планшет пригодится. Так что, комиксов никаких нету. Опа, Майки оригинал, одно ДНК, неплохо. Классика, да? Что Донателло, что Майки. Отлично. Ё-моё, Донни оригинал, 5 ДНК. И Майки оригинал, 2 ДНК. И последний, ребята. Так, Микеланджело оригинал, 3 ДНК. Или это уже было, я не помню. И Майки классический, 2 ДНК. Ну, я считаю, ребят, неплохо. Вообще неплохо, да? Особенно вот то, что классика и оригиналы здесь выпадаются. Отлично. Ну вот, вот, ребята, на сегодня, можно сказать, серия прошла у нас успешно. Офигеть, 1550. А что интересно в этом... А, вот, можно от 2 до 5 ДНК найти, да? Ну вот Мондо Гекко как бы здесь не нужен мне, а вот остальные, в принципе, прикольно было бы. Классно. А тут, а, ролевики, то есть тут все ролевые. Хм, прикольно. А если вот, например, у меня они трехзвездочные, что тогда я получу? Видишь, возможные награды. Один наверняка, один из четырех.
понимаешь? Ну, а могут выпасть и 2, и 3, там, уже на удачу. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте мы будем с вами закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!